Встречи с Анатолием Пахомовым многодетные семьи очень ждали. Накопилось много вопросов. Главное из них, когда наконец они смогут получить долгожданные сотки земли. На встрече рассказали, участки многодетным в Сочи выделяют в трех точках. В поселке Варданы Лазаревского района, в поселке Верхний Николаевская, это Хоста, и в Кудепсте. Это та земля, на которой до Олимпиады хотели строить ТЭС. На этих территориях свои дома смогут возвести более 300 семей. Кроме того, предусмотрено формирование земельного участка для размещения детского дошкольного учреждения и торгового центра. Это село Верхний Николаевский. Вот две территории. На данный момент проектная документация по обоим территориям выполнена полностью. Проведены публичные слушания. Пока процесс выдачи земель затягивается. В Варданы, например, корректируют проект в связи с прокладкой дороги. Заключение госэкспертизы получено. Техника должна зайти на место уже в начале декабря. В ближайшее время решится и вопрос по Кудепсте. Там часть территории сегодня находится в федеральной собственности. Это и стало большим препятствием. Ведь многодетным положены земли только муниципальные. Все муниципальные земли, которые у нас были, мы их все пустили исключительно для многодетных семей. Муниципальные земли закончились, и мы пошли по другому пути. После обращения в Росимущество и правительство страны, сейчас вопрос по Кудепсте почти решен. Эти участки город готов выкупить. Цена вопроса – 12 миллионов рублей. Все участки, которые будут выдавать многодетным, взаимосвязаны. Иными словами, нельзя начать выдачу земли в Лазаревском, пока не будут оформлены все документы по Кудепсте. Подождать придется еще пару месяцев. И пока вопрос решается, напомнили городские власти, аренда земли для многодетных будет, как и в прошлые годы, уменьшена – с 3000 до 300 рублей. Тем же, кому пришла квитанция на оплату суммой в 3000, нужно с просьбой перерасчета обратиться в дирекцию имущественного комплекса. Она расположена на Гагарина, 52. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.